Когда ребенок не говорит, мамы ждут и надеются, что он что-то им скажет, когда у него разовьется речь. А когда он говорит, иногда не знаешь, что делать. Сегодня присылает мама из нашего эксперимента сообщение. У меня сегодня Илья подошел и говорит: дай орех. Я ему: нельзя. А он: сука, и пошел. Я сидела в шоке, не знаю, как реагировать. Но это победа!